Отметим, что Олег Кожемяка назвал важными для приморцев заявления Владимира Путина о поддержке семьи мобилизованных. Об этом глава Приморья заявил по итогам оглашения президентом послания Федеральному собранию. По словам губернатора, заявление о предоставлении отпусков военнослужащим имеет большое значение. Мы общаемся с ребятами, понимаем, насколько им важно побывать дома, перезагрузиться, перезарядиться другой энергией, видеть своих близких, там, дочерей, жен, матерей, отцов. То есть, поэтому это решение, я думаю, что вдохнет новый импульс, ребята перезагрузятся. И, конечно, наступает уже определенная усталость тех, кто долго находится в войсках. Поэтому вот это раз в полгода, 14 дней без дороги, это правильное решение, которое позволит освежить и войска, позволит освежить вообще обстановку на фронте, увидеть перспективы, возможности побывать дома. Ну и, конечно, очень важно, чтобы местные власти, каждый на своем уровне, работал по поддержке таких семей, чтобы за каждой семьей был закреплен тот или иной ответственный работник. Мы, кстати, это делаем сейчас в правительстве.